Автопортрет Дюрера, автопортрет в одежде, отделанной мехом, последний из известных его автопортретов. Схожая с ликом Иисуса композиция картины, такой лик Иисуса было принято изображать в то время, считается показательной и сложной. Всего известно три больших автопортрета живописца. Бросающемуся в глаза символизму этого портрета вторят надписи по бокам, словно висящие в воздухе. Палитра предыдущих автопортретов была заметно легче, оттенки не такими приглушенными. Специалисты полагают, что в этой работе Дюрер приблизился к классицизму по Энгру, когда за уверенной, но обезличенной маской таятся страсти и боль. Тайна классического идеала человеческой фигуры не дает Дюреру покоя. Работе над овладением ею он посвятил многие годы, впоследствии подведя итоги в известных трех книгах о пропорциях, над составлением которых он трудился, начиная с 1515 года, более 10 лет. И этот портрет служит первым образным воплощением этих исканий и является одним из самых значительных произведений художника, знаменующее его полную творческую зрелость. Из этого портрета исчезают все элементы наивной повествовательности. Он не содержит никаких атрибутов, деталей, обстановки, ничего побочного, отвлекающего внимание зрителя от образа человека. В нейтральном фоне четко вырисовывается подчиненная форме треугольника, повернутая прямо в фаз человеческая полуфигура. Симметрия на самом деле чуть отклонена. Голова правее середины холста, волосы падают на бок, взгляд устремлен чуть лево. В основу изображения положено стремление к обобщенности образа, упорядоченности и внешней, и внутренней уравновешенности. Индивидуальный облик подчинен заранее обдуманному идеальному представлению. Однако величайшая творческая честность Дюрера и никогда не изменяющая ему искренность заставляют его внести в этот образ оттенок беспокойства и тревоги. Легкая складка между бровей, сосредоточенность и подчеркнутая серьезность выражения придают лицу налет едва уловимой грусти. Беспокойны полные динамики дробно вьющиеся пряди волос, обрамляющие лицо. Тонкие выразительные пальцы рук как будто нервно движутся, перебирая мех воротника. В конце 15-го, начале 16 веков портрет фаз был исключением для светского изображения. Едва ли на тот момент можно отыскать подобные примеры. Разве что семейный портрет короля Генриха XVIII с женами. Но в том случае, скорее всего, его попросили принять такую позу. Италия к тому времени уже перешла с профильных портретов на изображение с поворотом в три четверти. Такое расположение Дюрер использовал в прежних своих портретах, когда такая мода только появилась на севере Европы, примерно с 1420 года. Этим сложным для изображения полуоборотом художники очень гордились, всячески продвигали, детально прорабатывали. Поэтому наблюдатели связывали композицию этой картины никак не со светским автопортретом, а с религиозным. По трем автопортретам художника, два других 1493 и 1498 годы, есть еще детские от 1484 года. Можно проследить невероятные творческие изменения, становление мастера и стиля.